Доброе утро, малыши! Сегодня мы с вами отправимся в очень интересную страну геометрических фигур. Я думаю, каждый из вас знает, как выглядят геометрические фигуры. Каждый день встречает геометрические фигуры вокруг себя. И наверняка многие из вас знают даже, как они называются. Но давайте мы с вами сегодня о них немножко поговорим. Мы сегодня с вами отправимся в это путешествие. Оно интересное. Так как мы отправляемся в путешествие, давайте мы себе возьмем в это путешествие и полетим не на самолете, а на сказочном предмете геометрической формы. Как вы думаете, что же это такое? Молодцы! Это ковер-самолет. Он у нас тоже имеет форму геометрической фигуры. А какой именно, мы узнаем с вами позже. Давайте мы все сядем на ковер-самолет и полетим. Ковер-самолет отправляется в полет. Ждут нас испытания и сложные задания. Полетели. А чтобы не скучать в дороге, давайте-ка мы пока летим, разгадаем несколько загадок про наши геометрические фигуры. У меня есть волшебный конверт, в котором есть ответы на эти загадки. Итак, слушайте внимательно первую загадку. Прикатилось колесо, ведь похожее оно, как наглядная фигура, лишь на круглую фигуру. Догадался, милый друг? Ну, конечно, это... Вы думаете, что это правильно? Круг. А ну-ка, давайте я посмотрю, есть ли в нашем волшебном конверте круг. Так. Точно. Круг. Круг. Круг у нас круглый. Молодцы, дети. Мы его оставим на столе. Слушайте вторую загадку. На фигуру посмотри и в альбоме начерти. Три угла, три стороны. Меж собой соедини. Получился не угольник, а красивый. Кто же у нас получился? Правильно. Треугольник. А давайте я сейчас загляну к нам в волшебный конверт и посмотрю, есть ли у нас там такой волшебный наш треугольник. Итак, ну-ка, конвертик положи нам. Что же ты нам положил туда? Действительно, смотрите, треугольник. У него 1, 2, 3 стороны и 1, 2, 3 угла. Треугольник. Мы его тоже положим перед собой. Следующая загадка. Я фигура хоть куда, очень ровная всегда. Все углы во мне равны и 4 стороны. Кубик мой любимый брат, потому что я... Кто же это? Правильно, квадрат. А ну-ка посмотрим в нашем волшебном конвертике, что он нам положил. Правильно ли мы с вами отгадали? Смотрите, квадрат. У него 1, 2, 3, 4 стороны. 1, 2, 3, 4 угла. Квадрат. Положим-ка мы его перед собой. Так. А вот теперь загадка будет немножко посложнее. Подумайте, о какой геометрической фигуре идет речь в этой загадке. Он,
похожей на яйцо. Или на твое лицо. Вот такая есть окружность, очень странная наружность. Круг приплюснутым вдруг стал, получился вдруг. Что это такое? Правильно, овал. Ну-ка, давайте-ка я сейчас посмотрю, есть ли у меня тут такая фигура. В конвертике. Действительно, смотрите, овал. Овал. Вот он какой, овал. Мы его тоже положим перед собой. Овал. И последняя загадка, потому что мы уже почти прилетели в нашу волшебную страну геометрических фигур. Слушайте внимательно. Это загадка о нашем ковре-самолете. И вы сразу назовете его геометрическую форму. Растянули мы квадрат и представили на взгляд, на кого он стал похожим или с чем-то очень схожим. Не кирпич, не треугольник. Стал квадрат. Кто у нас там? Ну-ка посмотрим в конвертике. Есть такой ответ? Прямоугольник. Вот у нас какой ковер-самолет. Прямоугольник. Поэтому мы все сможем спокойно на него сесть и полететь. Прекрасно. Мы прилетели в волшебную страну, где все сделано из геометрических фигур. Здесь у нас живет круг, треугольник, квадрат, овал и прямоугольник. Они у нас все бывают разных цветов, но они всегда имеют свое название. Давайте еще раз повторим. Итак, круг, треугольник, квадрат, овал и прямоугольник. А теперь скажите ко мне, пожалуйста, у нас есть загадочный конверт, но в нем не лежит ответ. Вы его должны назвать сами. Давайте-ка я вам загадаю загадку. Она маленькая. Очень много окон в нем. Мы живем в нем. Это правильно. Дом. Все наши геометрические фигуры в нашей волшебной стране живут в домиках. И мы с вами сегодня сделаем поделку. А поделка очень интересная. Мы с вами будем делать страну наших геометрических фигур. Смотрите внимательно. У нас есть из прямоугольника трава. У нас есть круглый куст, а ножка у него квадрат. У нас есть прямоугольный ствол дерева, а дерево у нас овальное. А вот и наш дом. Он красивый и большой. Он квадрат. А дверь у нас прямоугольник. А ручка в нем кружок. У нас есть окошко, оно квадратное. У нас есть замечательная крыша красного цвета. Она у нас треугольник. А на крыше на нашей есть смотровое окошко. Оно овальное. Овал. Рядом с домом растет елочка. Она состоит из треугольников. А ножка у нее прямоугольная. А светит нам прекрасное солнышко. Оно у нас круглое. А лучики у него длинный прямоугольник. Посмотрите, какая у нас картиночка в нашей волшебной стране. Она вам нравится? Попросите, пожалуйста, ваших родителей, чтобы они вам подготовили
материалы для нашей замечательной аппликации. Смотрите, что нам нужно. Итак, нам нужен обычный картон, прямоугольник для того, чтобы наклеить траву. Давайте я попробую это быстро сделать, чтобы вы видели как. Мы берем клей, мы берем кисточку для клея, мы намазываем клеем нашу траву, аккуратненько размазываем клей по уголочкам, чтобы он хорошо у нас приклеился. И приклеиваем к нижнему краю нашего листочка нашу траву. Вот так. Траву мы приклеили. Теперь нам надо вырезать квадрат. Это будет наш домик. Мы мажем клеем с обратной стороны наш домик. Аккуратненько опять же промазываем уголочки, чтобы нам можно было его хорошо и плотно приклеить на листочек. Мы приклеиваем наш домик. И приклеиваем его прямо касаясь травы, чтобы домик наш стоял, смотрите как, прямо на травке. Дальше давайте мы с вами домику приклеим крышу. Крыша у нас треугольная, треугольник. Мы намазываем, опять же клеим нашу крышу. И опять, я вам напоминаю, приклеиваем очень хорошо наши краешки, обязательно, чтобы наша крыша хорошо приклеилась. И прямо приклеиваем ее на наш домик. У нас получился вот такой домик. А теперь смотрите, нам надо с вами приклеить солнышко. Мы берем желтый круг и намазываем его, опять же, клеем с обратной стороны. И приклеиваем, смотрите куда. В уголок нашей картиночки. В уголок. Вот. Приклеилось наше солнышко. Лучики вы можете нарисовать либо желтым карандашом, либо нарезать такие же прямоугольнички желтенькие и их приклеить. Я сделаю как раз из полосочек. Итак, я намазываю клей на полосочки. И приклеиваю в разном порядке. Длинную. Потом возьму короткую. Еще посмотрю коротенькую. Потому что у нас есть места такие, где нужны либо длинные, либо короткие. Так. Сейчас я возьму немножечко подлиннее. Они могут быть разной формы, не обязательно нарезать лучики одинаковые. Лучики могут быть разных форм. На солнышке у нас лучики разные, поэтому мы с вами можем наклеить лучики разных размеров. И солнышко у нас может быть абсолютно по-разному светить. Поэтому мы с вами можем наклеить абсолютно разное. Если вы хотите нарисовать, конечно же, вы можете нарисовать лучики. Если вы хотите.
Я наклеила наше солнышко. Смотрите, как получилось, какое оно у нас яркое. А теперь мы должны на домик на наш наклеить окошко. Окошко мы также берем, намазываем клеем с обратной стороны и промазываем, опять же, аккуратно уголочки. И наклеиваем на домик. Смотрите как, вот так. Вырежете любой прямоугольник. Прямоугольник любого цвета, какой вам понравится. У меня серый. Это дверь в домик. Я ее наклеиваю на домик. Вот так. Вот так. Дверь. Но в двери у нас есть замочек. Это маленький-маленький, может быть, кружочек. А можете просто нарисовать его ручкой или карандашом. Я возьму бумажку, наклею. Так. Так, ручку я наклеила. Теперь у нас осталась елочка и дерево с кустиком. Итак, давайте с вами наклеим елочку. Мы берем прямоугольник. Это наш ствол будет. Ствол. И наклеиваем его на травку. Вот так. Рядом с домиком. Нужно вырезать три треугольничка. Большой, средний и маленький. Почему? Потому что у елочки снизу длинные веточки, а сверху у нас коротенькие. Она растет у нас вверх. Итак, я беру большой треугольничек и наклеиваю его вниз на ствол, немножечко закрывая ствол. Сейчас покажу как. Вот так. Потом я беру средний треугольничек и наклеиваю его за немножечко закрывая, немножко закрывая. Немножечко закрывая наш нижнюю часть, нижний треугольничек. Вот так. Немножечко касаем мне елочка получилась. Простите, детки. Так. И намазываем верхнюю часть. И наклеиваю ее также наверх. Вот так. Наверх. У нас осталось с вами наклеить кустик и дерево. Давайте мы возьмем маленький квадратик. У меня опять он серый. Это у нас будет ножка кустика. И наклеиваем ее прямо на травочку с краю. На травку наклеили. Вот. Куст у нас круглой формы. Мы берем круг и опять же намазываем на него клей. И наклеиваем прямо на нашу ножку. Смотрите, вот так. Наш кустик готов. Осталось у нас деревце. Деревце мы берем длинную ножку прямоугольной формы. Так, прямоугольной формы. И наклеиваю недалеко от нашего кустика. Вот так. Вот так. И намазываю клей на овал, который у нас будет служить деревом, кроной дерева. Овал.
Так. Подклеиваю. Вот так. И у нас осталось с вами наклеить окошко овала на нашу крышу. Прямо посерединочке. Вот так. Посерединке. Вот такая у нас картина. Далее мы с вами можем взять линеечку. Линеечку. И нарисовать на окошке. Провести прямую линию вот здесь и линию вниз. Что я сейчас и сделаю.